5 октября произошло возгорание на крыше жилого многоэтажного дома в городе Белозерске городского округа Воскресенск. Пожар возник в доме номер 2 по улице Юбилейной и охватил 20 квадратных метров. Как сообщают СМИ, это случилось во время ремонта кровли. У рабочих загорелся гудрон для заливки крыши. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома, в том числе 10 детей. Как нам сообщили жители того самого дома, пожар потушил местный житель по имени Дмитрий, который не растерялся, сбегал за огнетушителем в машину и ликвидировал возгорание. Тем не менее, на месте отработали и противопожарные расчеты с привлечением 6 единиц техники. И все же огонь успел перекинуться на электрощитки с 9 по 6 этажи. Пострадала кабельная сеть телеканала «Искровек», но к этому моменту она восстановлена. А 6 октября в Воскресенске на улице Малиновой разыгралась настоящая трагедия. Из-за пожара в бане погибли две сестры 10 и 11 лет. Около 16:00 они пошли мыться в баню, пристроенную к дому. Как сообщается, неожиданно родители услышали хлопок и увидели, как из бани валит дым. 51-летний хозяин дома попытался спасти детей, но сам получил серьезные ожоги. В результате дом сгорел, обе девочки погибли. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электрического котла, от которого отапливался дом. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 3 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности двум лицам. Денис Нитков, новости «Искровект».